Привет, меня зовут София Клой, и это мой канал. Не знаю, как начинать видео, потому что это мое первое видео. Никогда не снимала видео, просто вот так вот всем. Что мне вам рассказать можно? Я люблю очень рисовать. Вот мой рисунок. Первое мое лицо, это вот. Вот эта девушка. Больше я лица не рисовала. Люблю очень кошек. У меня всего 5 кошек. Первая моя и любимая кошка – это Манюня. Будет вот здесь фото. Второй кот – это Рудик. Это кот моего дедушки. Он пришел к нам сам. Где-то ему было тогда на то время 5 месяцев. Я была с бабушкой тогда на море. Он был очень милый и ласковый, но сейчас он вырос и уже не такой. Теперь он серьезный кот, защищает, можно даже сказать, свою семью, потому что у него есть котята. Зовут их Рыжик, рыженький котик, похож на папу. Похож на бенгала немного. И Бантик, он не похож ни на маму и ни на папу. А пятая кошка – это девочка, ее зовут Снежка. Она белая и пушистая. Она единственная пушистая кошка. Но в Чехии я в школе осталась на второй год в 4 классе. Здесь дети учатся по 5-бальной шкале, не по 12-бальной, но 5-бальная шкала, она наоборот. То есть единица, тут ее называют единичка, это самая лучшая оценка. А я думаю, нужно заканчивать. Увидимся в следующем видео и пока-пока.